Московский парк «Сокольники» стал здравницей под открытым небом. Всю эту неделю там будет проходить революционная акция для детей с ограниченными возможностями. Ну а лекарями выступают три десятка дружелюбных псов. Сибирские хаски и чукотские ездовые приехали из карельского лагеря путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро. Сибирские хаски, они годами, веками воспитывались с тем, чтобы любить человека. Поэтому вот, у них нету своего персонального хозяина у этой породы. Они любят любого человека. Курсы хаскотерапии пройдут более 500 детей из московских коррекционных школ. Но пообщаться с этими собаками смогут и остальные москвичи. Для них разработали отдельное расписание.